Всем привет! Вы на канале Каракс. Меня зовут Игорь. В компании я работаю 5 лет. И сегодня я вам расскажу про насадки для уборки в машине. Диаметром 35 миллиметров все идут. Во-первых, это насадка мебельная для очистки сидений, ковриков. Ширина ее 9 сантиметров. Такая удлиненная щелевая насадка. Ее длина 35 сантиметров для труднодоступных мест в вашем автомобиле. Такой набор щеток, две щетки с мягкой щетиной для чистки приборной панели, например, каких-то деликатных поверхностей в автомобиле. И также насадка, кисть с жесткой щетиной для очистки в багажнике, тех же ковриков. Также насадку с мягкой щетиной можно всегда приобрести отдельно. И эти насадки, в принципе, можно использовать как в машине, так и в квартире, в доме. Отлично подойдут к нашим хозяйственным пылесосам. В принципе, сейчас я вам эти насадки продемонстрирую в работе. Уберем нашу машину. Смотрим.
друзья, мы очистили наш автомобиль от грязи, пыли. Все супер. Приобретайте данные аксессуары для своих автомобилей, в квартиру, в дом. Они станут настоящими помощниками. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам доброго.